Более 450 сибирских песцов выращены и выпущены на волю в Норвегии за последние 20 лет. Программа по восстановлению популяции песцов была запущена в скандинавских странах, когда в здешних краях оставалось всего около 50 особей. Сейчас число пушных зверьков выросло в несколько раз, но они по-прежнему находятся под угрозой исчезновения. Сейчас мы направляемся в район, где раньше во множестве водились песцы, и где остались их старые норы, которые пустуют уже много лет. Там мы выпустим наших питомцев, надеясь, что они приживутся и для них наступит новая эра. Сотрудники норвежского агентства по охране окружающей среды рассказывают, что здесь с давних пор процветал промысел. Охота на песца никак не регулировалась, а их мех пользовался большим спросом. Животных взяли под защиту еще в 30-м году. Но популяция восстанавливается очень медленно. Сейчас их в Норвегии около 300, а общее число взрослых особей во всей Скандинавии не превышает 500. Для того, чтобы облегчить новоселам адаптацию, здесь для них оборудованы кормушки. Доступ к норам их предшественников специально расчищают от снега. К настоящему времени песцы из питомников выпускались уже в 10 различных районах страны.